Ребята! Привет, ребята! Мы на канале Ben's World. И сегодня мы с Беном открываем новый набор Томаса. Паровозика Томаса, который называется «Разрушение в доках». Да. Вот у нас с Беном такой сегодня набор. В этом наборе у нас вот такой вот интересный Томас. И еще здесь вот такой кран. Кренки. Да, Бинджи? Да. Этот набор рассчитан для детишек от 3 до 6 лет. Вот такая дорожка здесь должна у нас получиться. Кренки должен здесь разрушать дом Брэндон Дакс. И Томас должен здесь проезжать. Да? Посмотрим тут, как все работает. Соберем с Беном. Сейчас мы посмотрим, что у нас получится за такая интересная дорога железная, да? Ну, давай откроем. Сейчас эти вот. Вот здесь. Где еще у нас? Вот здесь. Так, ну что, я думаю, что уже ты можешь открывать. Нет, попробуй с этой стороны. Угу, вот так. Вот здесь. А, здесь вот еще есть, да? Давай. Вот так. Ну-ка, вытаскивай, что там такое. И Брэндон Дакс здесь у нас. Дорога. Ого, дорога. Да? Что там еще у нас? Все вытаскивай. А это да, это самые железные пути здесь такие. Так. Что-то еще есть? Да. Вытаскивай. Это вот еще дорожки. Все частички, которые были у нас в наборе. Больше нет, мама. Больше нету. Вот такое еще здесь у нас такая инструкция. Вот такая же железная дорога у нас должна Томаса получиться. И как правильно здесь нужно собирать. Ой, мы еще забыли с Беном вытащить Томаса, да. Сейчас давай мы с тобой его вытащим. Томас, Томас, Томас. Вот он. Сейчас мы его. Я его открою, и, конечно же, тебе так тоже будет играть. Ты же будешь играть, правильно? Да. Сейчас. Здесь нужно батарейки складывать. Мы сейчас с тобой проверим, нужно здесь батарейки или не нужно. Хорошо? Да. Сейчас мы с Беном достанем. Вот такой Томас. Здесь какие-то у него еще палки как будто бы валяются, да? Будто бы на него падает. И вот такое у него личико немножко грязное здесь. Видите? Давай открываем все здесь. Чтобы нам было удобно забирать. Ты Томаса смотришь? Да. Ты любишь? Да. Паровозика Томаса, да? Это чтобы прицеплять туда вагон. Прицеп чтобы делать. Бен у нас сегодня полностью в экипировке Томаса. У него вот такая красивая кепочка с Томасом. А еще красивая футболочка. Покажем детишкам футболочку с Томасом тоже. Вот какой у него Томас нарисован. Красивый. Это должен быть кран. Кран зовут? Да. Кренки. Мама, Кренки. Кренки, да. Мама, видишь? Мама. Да, сейчас мы с тобой все соберем. Ты не переживай. Вот столько у нас тут всяких частичек. Мы с тобой их будем собирать. Что это такое у тебя? Свет. Это так, кран такой сделал? Смотри, вот он, Кренки. Видишь, вот смотри, у него его глазки, носик. Видишь здесь? Вот такой Кренки. И он вот так делается. Вот здесь его, видишь, нужно ставить. Вот, видишь? И такой у него здесь вот. Сейчас груз, видишь? Вот такой. Так, давай дальше с тобой. Сейчас собирать уже. Так, давай.
начнем с этой части. Это, наверное, брендом Ducks мы с тобой начнем собирать. Да? Да. Так. Как тяжело вставляется. Так, дальше. Такую частичку. Ай, упал. Он как стоит? Так. Он стоит как? А, ну его нужно вот сюда ставить. Железная дорога? Смотри, есть такие штучки. Вот это такие штучки. Ух ты, какие интересные. Такие нам еще с тобой не попадали в железных дорогах, да? Мам, смотри, я сейчас покажу. О, это меняет направление пути, куда Томас у тебя будет ехать. Видишь? Вот такой бренд. Здание. Смотри, вот так. И вот последнюю нужно нам. Вот, кажется, и все. Теперь я буду. Да. О, смотри, еще штучка такая есть. Очиститель. Смотри, что такая есть. Да. Штучка такая. Это на дороге. На дороге это должно быть, да? Да. Вот, крынки у нас уже и брендом Ducks готовы. Давай поставим их вот сюда. Я буду. Что ты будешь? Дорожки. Теперь мы будем с Беном строить дорожки. Давай ему батареечку ставим, чтобы он уже начал ездить, да? Да. Давай откроем с тобой его. Есть у тебя батареечка, да? Угу. Это шурупчик такой. Шурупчик, да, сейчас ездит. Какой? Батарейки у нас в набор не входят здесь, да? Поэтому нужно AAA батареечку в Томсе нам с Беном ставить, да? Что, у тебя вместо поезда уже батарейки по рельсам ездят, да? Конечно. Бен решил тебя развлекать, пока я отворачиваю здесь шурупчики. А Томаса развлекает себя батарейки. Да? Смотри, мама, двигайся. Так, все, давай батареечку. Она едет к тебе. А, здесь, оказывается, нужно две пензель батареечки, видишь? Ага, нужно еще одну. Так, ну что, вот наш поезд. Давай. Будет ездить. И наш поезд поехал. А, он не туда заехал. В тупик ты его завез. Здесь открыта дорога, ты ему сделал. Закрой, нужно закрыть. Да. Вот так ее. Вот, все, теперь ставь Томаса на рельсе. Аккуратно. Так, давай. Ой, опять стоит. Опять он заехал в тупик. Бен, включай. Так, у нас Бен включает Томаса. Ставь его на рельсы, хорошо? Томас едет, едет, едет. Крэнки разрушает дом. Томасу нужно проехать мимо. Он сел, успел проехать все препятствия, да? Да. Там у Томаса столько препятствий. Опять крэнки разрушает. Но Томас успевает проехать. Сейчас он забавьет. Так. Крэнки опять разрушение делает. Но Томас проезжает. Там бочки какие-то у него на пути, да? И какие-то еще деревянные. Опять крэнки сломал. Да, деревянные ящики какие-то. Крэнки опять дом сломал, да?
Да. Какой хитрый Крэнки, он ждет, чтобы приехал. А, Тома заехал, смотри, в тупик. Тай, заехал в тупик. Опять что ли? Опять что ли в тупик заехал? Мама, сейчас снимаю. А у тебя Томас опять в тупик заехал. Ты вот эту штучку здесь поворачивай, чтобы он не заезжал. Смотри, ты сделай вот так, он не будет заезжать. Так будет заезжать, а вот так не будет. Вот, теперь он не будет заезжать. Давай. Видишь, он проезжает? Ура! Крэнки, Крэнки, Крэнки заснул. Опять сама. Крэнки так и не успел. Томас уже успел проехать. Опять? Да, опять, видимо, открыл ему там. Давай, увози его. Теперь нужно, смотри, вот так. Вот. Томас едет, едет. Ты опять открыл сейчас. Закрывай. Закрывай. Вот. Видишь? Крэнки, Крэнки. Не успел. Вот. Да. Давай еще раз. Готовься. Сейчас Томас приедет. Вот. Но Томас успел проехать мимо бочек и мимо этих ящиков, да? Ясно. Ну, какой сильный Томас. Ай, Томас тупик опять заехал. Молодец, молодец. Будем проверять, чтобы чуть-чуть опоздал. Крэнки, да? Проверяй, чтобы не заехал в тупик. Молодец. Да. А вау, чуть-чуть не успел. Проверяй, молодец. Так, дальше. Крэнки, Крэнки, Крэнки заснул. Ой, опять. Заехал в тупик. Едет, 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 смотри за Томасом, так. Ты немножко раньше, он еще, Томас, не успел подъехать. Но все равно он успел проехать через эти дебри, которые остались от разрушенного домика в Брэндон Дакс, да? Ай, заехал в тупик. Опять заехал. Ну ты переключай, вот, молодец. Не переключился до конца. Он такой умеет. Вот, едет. Крэнки, Крэнки. Не успел уже. Жди теперь, сейчас он приедет, Томас. А я опять. Опять заехал в тупик, да? Ну ты закрывай. Вот сейчас давай. Угу. Стой. Вот. Вот. Едет, 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 едет. Сломал. Сломал Крэнки, да? Это что его? Дом сломал, да? Это что это? Это провода. Провода там, да? Да. А, заехал в тупик Томас. А он не успел. Сейчас опять в тупик заедет. Крэнки, Крэнки. У Крэнки отвалила стрела. Давай, сейчас чуть-чуть опоздал. Давай, готовься. Сейчас Томас приедет. Подожди еще, ну. Опять, раньше чуть-чуть. Вот. Но Томас успел все проехать. Ты ему помог чуть-чуть там Томасу, да? Заехал в тупик, Томас в тупик заехал, видишь как? Да. Вот, вот. Езжай, Томас, езжай. Ну ты подожди, еще же не приехал Томас. А тупик опять. Да? Он не поехал. Ты такой. Давай, Крэнки, Крэнки. Да я сам. Я сам. Ты за Крэнки работаешь, да? Едет, едет Томас, готовься. Вот, а Томас успел везде проехать. Молодец, Томас. Есть такая средненькая штука. Да. Томас сломал. И Томас проедет там везде. Ты ему помогаешь, да, чтобы в бочке Томас проехал? А
ты не держи в следующий раз, посмотрим, проедет он через бочки или нет. Ну-ка, едет, едет, едет. Ну ты ему не помогай, он должен сам, давай посмотрим, сильный он или нет, хорошо? А я сам. Ну-ка. Ура! Проехал! А, все, вот такой набор Томаса. Паровозика Томаса мы сегодня открывали с Беном? Железную дорогу, да? Да. Разборки в доках. Кренки здесь подстраивал для Томаса всякие препятствия. Тебе понравился набор? Да. Ну что, ребята, подписывайтесь на наш канал Ben's World. Ставьте нам лайки, если вам наше видео понравилось. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!